So here's my Noam Chomsky. Собака ебаная. Чё? Подожди, что это сейчас было? О, похуй. Бля. Почти. Подожди, а где гномик? Куда гномика, блядь? Ты шо, охуел? Сейчас как пиздали по гномику. Что у нас тут есть? Заебал. Если какая-то музыка на уши тасовский права, мне похуй, я просто вырежу момент, типа, ну точнее никак. Если она не из-за этого в стране у нас не будет этого видоса, то я просто вырежу момент, да и похуй. Я не собираюсь все это монтировать, просто буду выкладывать вот так вот. Карантинную зону и понимаю, что ничегошеньки не знают про карантинную зону. Слово «карантин» происходит от итальянского «кваранта Джорди», что означает 40 дней. Период, на который кровельная команда должна была быть изолирована перед сходом на берег во времена Чёрной. Ясно. Круто. Вот и понадобится. Ну, вообще, потому что лучше бы, что никакого видео не пришло бы в голову открыть люк, распутать все будет не сложно. А далеко до Ферри? На пути в депо ты пройдешь через старые тоннели метро. Рассел, ты это видишь? О, пиздец, чешется. Я хуй знает, сколько загрузка займет. У меня игровая зона сбилась. Скопировано. Заебал, отдай гнома, бля. Эй, Рассел, я тут нашла какой-то шприц, какой-то фигни. Это лекарство? На нем нарисованы череп и кости. Слышишь это? Что это? Вот, блин. Ну, это... Нам как раз туда. Короче, никак. Ну, это и есть путь покороче. Кажется, мордакл на нашей стороне. Хотя, очевидно, это не так. Не ходи под ними. Кстати, знай, у Расселов есть встроенный дисплей. Показывает, сколько у тебя смолы и патронов. Пригодится. Поняла. Спасибо. Заебал, давай.
Просто ключунка быстрее. Да, будь осторожна. Чё, охуел, он там сломал, блядь. Все здесь? Ну да. Куда стреляешь, Алис? Спасибо. Спасибо, Рас. Если до этого вы смотрели мои видосы, думали, что я инвалид и не умел стрелять, просто я в этой игре вообще ничего не умел. Даже несмотря на то, что это мое второе прохождение, до этого я пытался много раз в куче сохранений все это делать. Хэдкраб! Вижу! Куда он делся? Правда. Эпизод локации быстро заканчивается. Когда ты игру проходишь именно чтобы пройти, то честно, ну, прям, ну, очень быстро проходишь. Особенно с этим ебучим Чомски. Но это всяко легче, чем со шляпой в этом первом, в ревампе первого Half-Life Redux. Это намного легче, чем с Чомски, вот в обычной халфе намного легче, хотя бы стрелять можешь и что-либо делать одной рукой. Так что не так уж сложно. Не, реально, если так подумать, это везде легко. Да какие они легкие на сюжетной скорости, наверное, на сюжетной сложности. А чё, мне проходить на сложной, что ли, Чомски, нахуй мне нужно? Я тогда, блядь, просто бы игру проходил без него. Заебал. Чомски! А, да похуй. Сейчас, где тут печенюхи были? Сейчас. Нихуя себе, спасибо, Паша. О, пошел на. Нет. Баночку давай. Рассел, ты это видишь? Возможно, ты пролетающий мусор? Кажется, это просто картон. Да, выглядит безобидно. Да, но странно. Сейчас поймем, куда тыкать.
Я реально не помню. Вот сколько тюрьмы будет сидеть. Доступ запрещен. Алекс, ты в порядке? Что происходит? Я в норме, Расул. Что такое? Я теряю сигнал! Алекс, я же не все еще слышишь меня! Иди в том же направлении и постарайся набраться повыше! Расул! Вот блин. Падаем. А, это еще не загрузка. Так, кстати, мне нужно у него тут сердце сжать просто. Вот, сердце. Ой. Привет. Алекс Ванс. Привет. Да, блин, получила. Поебалу получила да? Она. Чё, дай сердечко. Заходи. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Так, и что здесь делает Вортигонт? Готовить. Ясно, а если в целом? Давай, брат, давай! Жмот! Мне жаль. У меня травма мозга. Это ужасно, и мне... Слушай, я очень занята поиском отца. Слушай, жать не могу. Я не буду сжимать контроллер полностью. Его задерж... Типа, я вот все кнопки сжал, и чё? Мне правда надо идти. Альянс, да. Пока не уходи, я должен тебя... Чел, я сжать не могу. Я ценю... Сюда. Мне надо спешить, я... Это важно. Я не сомневаюсь, но... Самой Алекс Вэнс все равно предстоит пойти. Дай похав. О, слушай. Ладно. Я возьму... Ты вообще не против? Сейчас, дай, подожди. А если он меня сейчас ёбнет из-за того, что я его все съем? Ну, типа, тут чел мод как бы сделал, и он может такое сделать. Если я у Рассела съел хэдкраба и меня нахуй магией разъебашил, то в чем проблема ему так же сделать с этим челиком? То есть, возможно, где-то могла бы быть смола, но... О! Что это такое, блядь? Как Илай Бэнс. Сама Алекс Бэнс. Я бы помогла, честное слово. Но Алекс Бэнс, если честно, очень занята спасением отца. Тебе не спасти его, он мертв. Что? Или будет мертв. Уже мертв или будет? Это вопрос перспективы. Но Алекс Мэнс в одиночку не изменит его судьбу. Я... Слушай, спасибо тебе за все, но мне правда надо идти. И прости, но мне правда не до загадок. Никаких загадок. Альянс просверлил здесь. Я отделен от морд сущности. Не дай бог, у меня мне не дастся ачивка с сердцем, я тогда, блядь, тебя сожму, окей? Если я встречу твоих друзей, я постараюсь что-нибудь сделать. Ты спасла моих сородичей. Я... нет. Ты спасешь. Падать жопой на арматуру просто. Заебал, давай быстрее. Да, тут. Зачем? Эхе. Хорошо, спасибо. Ты закончил помогать? Я нет. Держи. Пропитание. Я съем это позже. Спасибо за помощь. Блядь, куда он делся? Ты что, его уже съел? Или я его... А, вот он. Иди сюда, блядь. Сожмите сердце. Дали ачивку, нет? Где моя ачивка? Где моя ачивка сжать сердце? Фука, Steam, открой, заебал. 40 и 42. Попробуйте сжать сердце храба. А я что сделал, блядь? Сука, мне что, возвращаться сейчас? Попробуйте сжать сердце храба. Я что сделал? Это что, это сердце, да? Да.
Ну, слушай, у меня как бы есть шанс, как я могу себе просто эту ачивку халявно выдать. Ну, я как бы, я ж ее выполнил. Это говно скачивать снова не хочу. Потому что она у меня осталась, я хуй вот знает. Типа, меня ну нахуй не нужно, как остальным чувакам. Что-то случилось, пока ты пропадал? Ты не поверишь. Я наткнулась на Вортигон. Вортигон-то? Что он там делал? Прятался. Думаю, сбежал от Альянса. Что он сказал? Встречал Вортигон? Он меня сбежал на Вортигоне. Пиздану. А, кстати, о Вортигонте. Он предложил съесть капкава. О, отлично! Как он на вкус? Как ты себя? Я его не ем. Конечно, не ем. А что съела? И вот это хлеб. Когда забыл убрать хлеб, он просто на следующий день буквально, вот. Только пропал, ты всего лишь день подождал, блядь, уже все пиздец. Тебе кирпич ебаный лежит, и можно людей хуярить. Чемски, подожди тут. Моя рука, мне. Сука, давай, давай! Раз оборот, два оборот, три оборот, и вот так вот делаем. После чего мы берем дробовичочек, притягиваем патрончики, раз, патрончики два, открываем, вставляем, ты охуела, вставляем, пизда, заряжаем, один, вставляем еще один, чем-то давай, подожди, так она нахуй не всех делает. Ну я и нахуй. Пока, пацаны. Пизда мне. Где у меня Чомски? Женщина, я не танцую. Спасибо за еду. Вот это вкуснятина, дебил. Это хавка, пиздец. 24 смолы. 20 пизда. Ну дайте последнюю смолу. Хотя она там впереди будет. Ду. Давай Чомски обновлю. Чомски. Давай. Бесполезность. Пошел ты. Мы с Чомски уходим. Здесь подсек для пульбы. Улетела. Блядь, она что, просто выкинула патроны? Что за хуйня, куда они полетели? Один остался, а другой. Да. Ну, подожди. Понял.
Не вставай, но... Главный тут, блядь. Вот он, гандон. Как тебя отключить, нахуй? Да не он. Ебал, иди сюда. А что, можешь мне его, ну давай докину туда. Жди тут. Блять, а вот что он так вкусно покушал. Все сожрал, гандон, даже противогаз. Имей совесть, ебаный рот. Я его искал тысячелетиями. Тварь, блядь. А, подожди, дай. Ох, нихуясь. Чомский, иди сюда. Маленький, блядь. Могу на паузу что-то поставить. Загрузка.
Вот и куда он делся? Ну куда теперь делся Чомский? Я его над собой поднял. А он пропал. Кино. Нереально, где Чомский? Это что, мертвый комбайн? Да. Когда вы крали реактор, я видела, как Альянс отправлял сюда припасы. Походу, они снова интересуются этим местом. Смотри. Тут хуйня какая-то, не может быть, что он так легко пропал. Не может быть. Куда, блядь, делся Чомский? Я нахуя сейчас с ним столько ходил? Вот он. Это что, мертвый комбайн? Когда вы крали реактор, я видела, как Альянс отправлял сюда припасы. Походу, они снова интересуются. Смотри в оба, тут что-то творится. Ну-ка, навскидку, оцени жизнь на Земле по шкале от 1 до 10. Я бы сказал двое. И всегда может стать хуже. А как бы ты оценил жизнь до Альянса? Ох, ну и задачка. Не знаю, в хороший день я бы сказал 6. Ага, твердая шестерка. 6? Не круто. Ну, эта жизнь, она не всегда супер. Давай прогоним Альянс с Земли и замахнемся на восьмерку. На восьмерку, да, это правда было бы здорово. Очень даже. Спина чешется, как тебе. Не зря у меня целые части в бомбладе. Доступ в этот квартал запрещен. Местные подразделения развернуты. Уполномоченные исполнения там какая-то, не помню. Эту музыку обычно без басов не слушал, но реально отстойно звучит, блядь, вкусно так. Да ебать ты нахуй! Я не могу. В этот квартал
портал запрещен. Получение данного сообщения означает нарушение гражданского кодекса. Ну, и если прогоним Альян Земли, чем займемся? Полноценно производство в Расселов, конечно. Конечно. Засядешь на золотой жил. Золотой жил, ага. План такой. По скромным подсчетам, примерно год уйдет на то, чтобы отвоевать мир у Альянса и вышвырнуть их с планеты. Это год первый. Затем еще год, чтобы запустить массовое производство Расселов. Впрочем, сначала нужно потихоньку восстановить общество. Знаешь, базовую инфраструктуру, занятость, деньги, все такое. Иначе люди не смогут покупать. Так что да, трехлетний план. Все инфраструктурные дела запланируем на год второй. О, да, точно. Это лучше оставить на второй год. Стой, осторожно! Вот были. Снова темнеет. Летнем плане Рассела. Думаешь, найдется работа для меня? Работа? Алекс, ты же изобрела Алекс! Конечно, для тебя найдется партнеры. Работа. Партнеры? Ну, обязательно будут опционы. Конечно, с периодом наделения правами от 5 до 10 лет. Доходность может быть очень высокой в перспективе. Непонятно, но звучит хорошо, партнер. Да, звучит хорошо. Алекс? Алекс? Да. Отъебись со своим подъемом. Я Чомский, где Чомский? Ищомский. А, допустим, я взял Чомский. Я, кстати, вообще спидранил, ну, так. Я же не показывал, как я этот снимал, как я до этого пытался быстренько там пройти, но я просто все поудалял, нахер мне это надо. Уха-ха-ха, просто гном, гном, ах, это гном, блядь. Получилось.
А, у тебя как будто укусили, блядь, они попали нахуй пневматический этот лазерным боеприпасом. Укусили просто. Кажется, этот был последний. Хорошо, потому что времени в обрез. А, и все, серьезно? Мы так быстро уже пришли к отцу Алик. Сколько боеприпасов? 520, охуеть. Типа я очень быстро пришел. У меня, кстати, опять противогаз, все остальное попадало. Да, я не помню, куда тут. А, дефолт. Где-то рядом есть терминал управления. Уверен, что сможешь? Абсолютно. Так, вон наш терминал. Иду. Но ты поторопись. Божечки. Я в норме. Нормально. Он сидел у тебя на лице, и это отвратительно. Да. Еще как. Вот это. Ладно, не волнуйся, но поезд едет. Дай мне доступ на секундочку. Не знаю, может они любят все время эту херню. У них труба постоянно падала. Что ж. Это еще кто такие? Не знаю. Надо найти отца. Да нет, я знаю, просто я таких не видел. Папа! Я здесь, милая! Ладно, я сейчас подтяну тебя. Все будет хорошо. Готов? Я готов. Давай руку. Иди. Алекс, я пришел.
пришел помочь. Да, говори. Спасибо. Стой там. Я придумаю, как к тебе попасть. Нет, Алекс, слушай. То, что мы с Расселом нашли, это какое-то супероружие. Супероружие? Это что-то больше. Альянс держит его в козле, в каком-то хранилище. Но собирается перевозить. Куда, я не знаю, но уже... Тогда нужно спереть его раньше. Да, и смотри, смотри. Я тут прикарманил датапод Альянса. Если я смогу взломать его, мы применим это оружие против них. Какой план? Да иди к хранилищу. Я отнесу эту штуку к Расселу и возьмусь за работу. Погодите, а где хранилище? Пап, где хранилище? Ищи северную звезду. Да, ищи звезду, поняла, пап. Оно прямо в центре КЗ. И оно большое. Поднимись повыше и поищи как следует. Я пойду взяла инвестора и защищу его. Отлично. Спасибо. У нас чешется здесь. Пап, я пойду искать хранилище. Иди! Береги себя, родная! Люблю тебя! Я тоже тебя люблю! Спасибо! Эй, Рас, присмотри за отцом, ладно? Я дам знать, если он доберется. Когда он доберется? Я даже не знаю, где кнопки были на двери. Где были правильно эти штуки, я просто глянул секунду. И он думал, понажму. Все, мы пока тут остановимся, вот первая часть гнома. Сейчас мне нужно просто удостовериться, что Чонский со мной, да и все. Это мы, кстати, почти пол игры, можно так сказать, образно. Нас еще ждет Джеб, блин, отель, ну... Улицы, зоопарк. Ведь реально так много разных локаций в игре, охереть. Да я уже опять простыл, да ё-моё. Не, я потом игру еще раз пройду, вот без всяких Чомски, без усложнителей, и так просто для кайфа пройду и все. Знаешь? Ну так кладем Чомски. Без трудностей. И все, и выйти из игры, да.